Бузиная палочка у Волан-де-Морта. Да. И змея еще жива. Да. И мне нечем ее убить. В Хогвартсе тот, кто просит помощи, Гарри, всегда ее получает. Я всегда гордился своей способностью переворачивать фразы. Слова, по моему отнюдь нескромному мнению, наш самый неиссякаемый источник магии, способный одновременно причинить боль и вылечить ее. Но в данном случае я перефразирую свое выражение и скажу: в Хогвартсе тот, кто больше других заслуживает помощи, всегда получает ее. Не жалей умерших, Гарри. Жалей живых. И в особенности тех, кто живет без любви. Профессор, патронусом моей матери была Лань, не так ли? Так же, как у профессора Снега. Это удивительно. Вы не думаете? Честно говоря, я не вижу в этом ничего удивительного. Теперь мне пора, Гарри. Профессор? А это все правда? Или это происходит у меня в голове? Конечно, это происходит у тебя в голове, Гарри. Но почему это не должно быть правдой? Профессор, что мне делать?